Всем привет, дорогие друзья! С вами Алекс. И сейчас я хочу вам рассказать о том, что наконец-то открылся мой собственный проект серверов под названием History of Craft. Итак, это полный обзор, так что давайте приступим. Сейчас я вам расскажу, как же начать играть на этом проекте. В описании к видео вы найдете ссылку на этот сайт. Проходите по ссылке, поводите на этот сайт, и теперь вы должны скачать лаунчер для игры. Ну, вы можете, конечно же, пощелкать на эту кнопочку до конца, прочев эту надпись, почитать небольшую историю здесь, ну а потом уже можете жмякать сюда, где тут окошко с лаунчером, и скачать лаунчер с автоустановочкой или лаунчер с ручной установочкой. Я уже скачал себе лаунчер с автоустановкой, так что вот он у меня уже здесь, и в папке загрузки. Вот так выглядит наш лаунчер, когда вы его откроете. Что ж, для начала вам требуется зарегистрироваться. Жмете на кнопку «Регистрация». Здесь вводите свой ник. Свой игровой ник, разумеется. Любой ник, понимаете, думаю, да? Здесь свой пароль, любой, какой сами придумаете. Повторяйте свой пароль такой же. Здесь вводите свой email или же электронную почту, кто не понял. Жмете «Регистрация». Ну, я не буду регистрироваться, вы жмете «Регистрация». Затем выбираете здесь активный сервер. Пока что готов только сервер Industrial, но в скором времени откроют сервера Magic RPG и Classic. Пока что только Industrial. Вводите свой ник, вводите свой пароль, жмете сюда, если хотите запомнить свой пароль и ник, и жмете «Войти в личный кабинет». Также в лаунчере вы можете настроить настройки, как бы странно это ни звучало. Жмете вот сюда. Здесь вы можете выделить себе память. Это очень удобно, я бы так сказал. Выделяете память. Допустим, 2 гигабайта. 2048. Вот так вот. Можете включить звук, музыку. Можете включить, на полный экран включить. Очистить папку, обновить. Новости загрузить. В общем, разберетесь, думаю, сами. Итак, как только вы нажали настройки, жмете ОК, лаунчер сам перезагрузится. Теперь жмете «Войти в личный кабинет», вот сюда. Ну, конечно, я забыл ввести пароль, разумеется. Как всегда, такое бывает со мной. Вот и все. Сохранили пароль. Жмем «Войти в личный кабинет». Вот, авторизация идет пока что. Итак, после авторизации вы попадаете в такое вот меню, где вы сможете пополнить баланс, купить плащ себе, сменить скин. Скин меняется очень просто. Просто жмете «Сменить скин». У вас кидает такое вот окошечко. Выбираете себе свой скин. Допустим, вот рабочий стол. Здесь ваша фотка. Выбираете. Жмете «Сменить». Все. Скин ваш меняется. Ну а теперь вы можете купить здесь VIP, купить премиум, купить разбан, если вас забанили, мало ли что такое случилось с вами. Лучше до этого, конечно, не доводить. Итак, а теперь жмете «Играть». Ну, также сможете еще обменять деньги в игровые монеты и обратно. Вот. Ну что, жмете «Играть». Ну что ж, друзья, как только ваша игра загрузится, вы попадаете вот в такое вот меню, где можете войти в одиночную игру, зайти на сервачок. Ну, внизу увидите инициалы разработчиков: Охраменко Никита, Алекс Бачков, ну это я, разумеется. Итак, давайте же зайдем на сервер, и я вам все покажу, что здесь есть, что будет и так далее и тому подобное. Ну что же, после авторизации вы попадаете в такое вот помещение. Это главный спаун. Ну как главный, это есть наш спаун. Он все еще в разработке. Здесь все правила, все VIP-услуги. Ну это у нас такой столик особый. Ребята, думаю, разберетесь. Это магазин. Тут также строится магазин, где здесь магазин строится. Ну, тут рассказ об игровой валюте. Здесь бесплатная зарядка для кванта и других электронных приспособлений. Строил я сам, кстати говоря. Ну что же. Ну, спам, думаю, вы уже видели в моем прошлом видосе. Вот тут у нас портальчики некоторые, думаю, потом их закроем. Ну или не будем, посмотрим. А, беседка. Так, здесь есть у нас бесплатный хавчик. Свинки, можете их побить. Когда они заспаунятся, конечно же. Вот. Такой вот красивый спаун, все такое. Ну, спаун не очень большой. Да и зачем нам большой? Большой, на самом деле, спаун. Самое интересное это то, что очень большая территория. То есть, продаются VIP-дома, можете прямо на спауне, а также большая территория под застройку,
покупаете себе участок и будете здесь жить. Строится прямо на спавне, за крепостной стеной. Ну, также продается помещение под магазины, будет больше магазинов, больше всяких вещей. Ну, думаю, это все. И пожалуй, обзор можно и закончить. Надеюсь, вам понравился обзор и этот сервер, который скоро будет еще лучше. Заходите, играйте, все ссылки в описании, как зарегистрироваться, я вам рассказал уже. Уже. Все, друзья, всем пока. Я пойду спать, а вы играйте.